я выходил на пикеты 150 раз всего, вот с московских событий 19 года. Я вел дневник. Я его захватил, потому что я чувствовал, когда как против меня дело завели, я просто все свои данные там все скопировал и сам заховал. Когда дело, если будет, доживу до места, я его, может, опубликую. Вот. И когда я стоял, я выбрал место самое многолюдное в Лобне. Это мэрия. В мэрии находится МФЦ, центр, где проживают все документы. Там люди ходят, входят, выходят. Там недалеко станция. Мы еще, тут, мэрия находится рядом с моим домом. Прямо у дома живу. Ходят люди, там проходят за мои полтора часа пикета, проходят от 500 до 1000 человек. Так мне не нужно никаких сложных опросов, я их сам провожу как бы. Ну просто идея такая, что процентов 8, даже 90 проходили, не замечали. Некоторые люди подходили, плевали, так, показывали мне, что они недовольны. А кто-то подходил, здоровался, мы вас приветствуем, но они боятся. Молодые люди выгонят с института, с работы пока нет. Старикам было многим наплевать. Можно сказать грубые слова, но не буду говорить.